Экономика Армении в первые 15 дней февраля 2021 года растет даже быстрее, чем до кризиса, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он обратил внимание, что в первые 15 дней февраля общий денежный оборот в республике вырос примерно на 12% или на 31,4 миллиарда драмов, около 60 миллионов долларов. При этом напомнил глава Кабмина, что в феврале 2020 года влияние коронавируса на экономику Армении еще не ощущалось, то есть в столь сложное время экономика растет даже по сравнению с докризисным уровнем.